11-летнего уроженца Челябинска, который попал под поезд во время съемки видео на YouTube, выписали из больницы Санкт-Петербурга. Теперь мальчику установят киберпротезы. Их стоимость 7 миллионов рублей. И деньги для семьи собирали всей страной. Напомним, южноуральский школьник Аркадий в северной столице хотел снять ролик для соцсетей на железнодорожных путях. Как он снимал кадры, наблюдали его друзья. И под давлением я рассердился на них очень сильно. Проходил первый поезд, и я на него запрыгнул. Меня начала смущать та мысль, что вот Денис там сейчас не снимает. Я вот так вот обернулся назад, ноги соскочили, я упал, кричал. В какой-то момент мальчик оказался под поездом. По ногам ребенка прошло 36 вагонов. На этих кадрах видно, как Аркадий пытается подняться, но не может. Я увидел взмах руками. Он лежал, получается, на крайней левой нитке железнодорожной полотна. Оттолкнулся. Я увидел взмах руками. И тогда уже понял, что это человек. Остановился. Он лежал лицом вниз. Я спустился с локомотива. Тяжело дышал. Мальчика доставили в больницу. К счастью, жизнь юного уроженца Челябинска спасти удалось. Конечности нет. Сейчас школьник до сих пор проходит лечение, но уже амбулаторное, и готовится к установке протезов.